30 учеников из 4 образовательных учреждений района вошли в пилотный проект «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья». На протяжении 3 лет ребята будут постигать азы банковского и слесарного дела. Определить свое профессиональное предназначение в будущем для каждого ребенка и его родителей очень важно. Поэтому сейчас Московская область дает нам вот такой вот проект, который называется «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья», который помогает нашим деткам освоить профессию, еще учась в школе. То есть с 8 класса дети идут, и в течение 3 лет они посещают занятия по профориентации. Сейчас ребята учатся в 8 классах. По окончанию 10-го они получат диплом о среднеспециальном образовании. Свои знания выпускники смогут применить на практике. Кроме того, знакомство с профессией поможет им не прогадать с дальнейшим выбором вуза. Я не знала, кем я пойду, бухгалтером или в банк пойду. У меня было 2 приоритетные профессии на будущее. И когда нам сказали, что я могу поступить сюда и получить эту профессию, я поняла, что это судьба. В будущем я собираюсь покупать себе машину и хочу разбираться в машине, чтобы если была какая-нибудь неисправность, я мог ее устранить. Легко, ну и просто. Я надеюсь, я тут получу знания, которые мне помогут в этом. Проект будет реализовываться на базе Одинцовского техникума, но в планах расширить число образовательных учреждений, в которых будут учиться школьники. Мы немножечко волнуемся, но Московская область предусмотрела все это. Было проведено несколько обучающих семинаров с мастерами производственного обучения, рассказали тонкости психологии школьников, поэтому я думаю, что все у нас получится. Родители и дети с большим желанием откликнулись на предложение принять участие в пилотном образовательном проекте. Мы очень надеемся на то, что реализация данного проекта позволит нашим детям легче адаптироваться во взрослой жизни, определиться с выбором своей профессии, а знания, полученные в этом колледже, станут хорошей базой для дальнейшего образования и для будущей профессии. Пока вручены только 30 ученических билетов, но если проект оправдает себя, их число будет только расти. Возможность получить среднеспециальное образование получит каждый школьник региона. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».